4 дні напружених бойов. Турнір у Гомелі обіцяє бути цікавим по нескольких причинах. На ринг Гомельського обласного центру Олімпійського резерву по боксі вийдуть 70 спортсменів з Білорусі, Росії, України, Азербайджану і Молдови. Спаборництва, хоч і мають статус обласних, але по сутності заявляються міжнародними, причому з вельми моцним составом удільників. Такого кворума спортсменов международного уровня у нас еще не было. То есть это у нас здесь два мастера, заслуженных мастера спорта, более 10 мастеров спорта международного класса и 29 мастеров спорта. У нас даже участвует одна призерка Олимпийских игр и одна участница Олимпийских игр последних. После завершения турниру спортсменов со званиями станет еще больше. Спаборництва уходит в календарь Европейской конфедерации бокса и заявляются квалификационными. Их переможцам будет присвоено спортивное звание мастера спорта Республики Беларусь. Для остальных турниров станет доброй школой по повышению профессионального мастерства. До речи, у первый день, подчас проведения попередних боев, на трибунах были заняты практически все места. Организаторы сапраўды подрыхтавались и отповедную информацию распаўсюдзілі и сувенирную продукцию пропоновали. Специально для спаборництва подрыхтаваны вот такие вип-сувениры ручной работы. И они выраблены из ювелирной смолы. Тут надпись «Международный турнир по боксе, Гомель» и «Выява ордена перемоги». Многие из удельников гомельского турниру знакомые по попередних выступлениях. Правда, на рингу об сябровских отношениях лучше забыть. Тут они выключены соперники. Виктория Куляшова у своей ваговой категории уже тройче становилась чемпионкой России. И теперь моя намер додать у список своих перемог еще и статус чемпионки международного турнира у Гомеле. Мы всегда сознание ответственны тем, что мы можем встретиться с девочками из той страны, в которой выступаем. То есть, ну, с местными девочками всегда это большая ответственность. И мы настраиваемся только на самый плотный бой, ну и, конечно, только на победу. Если только хоть одна мысль возникнет о проигрыше, то, конечно, тут без вариантов уже. Сярод заявленных метов гомельского турниру – ушанование памяти загинувших у Великой Отечественной войне, популяризация бокса как олимпийского виду спорта, повышение уровня мастерства удельников. Хоть оценивается уровень не только самих спортсменов. На спаборництво у Гомеля приехал супервайзер Европейской конфедерации бокса. Его задача – оценить уровень организации мероприемства и работу судей. Попередние выники робить покуль рано. Однако, коли меркавать по інших турнірах, якія праводзяцца ў Беларусі, гамельчане таксама маюць вялікія шансы атрымаць станоўчую адзнаку. Я бывал уже у вас на турнірах, і бывал і в Гродна, і в Мінскі быў на турнірах. Уровень бокса очень хороший, организация тоже достаточно хорошая, поэтому такие турниры проводите, и надо проводить их и дальше. Олег Сентеров, Евгений Матеенко, телерадиокомпания «Гомель».